Трансформеры Энергон. Кикер, когда будет закончена Энергонная башня? Осталось совсем недолго. Торопитесь! Планета джунглей такая легкая цель! Твердолобый. Мы должны защитить Энергон. Знаешь, башню строят не здесь. Ее построят на Кибертроне. А потом автоботы ее доставят. Ее доставят с Кибертрона? Твой отец ее отправляет, Кикер? Да, он. Этот Мегатрон такой неприятный! Подпишусь под этим. Надо защитить наши планеты. Всей Вселенной нужна защита от Мегатрона. Так что подожди. Да, конечно! Все зависит от них. Надеюсь, они успеют вовремя. Не волнуйся, броневик. Успеют. Да, проблем не будет, раз руководят Лихач и Скалолаз. Лихач, все системы в норме. Доберемся до Кибертрона точно по графику. Превосходно! Всем собраться. Вот наш план атаки. У нас мало времени, так что силачки Арси контролируют постройку энергонных башен. Есть, сэр! Защищаем стальную планету и планету джунглей. Делимся на две команды. Кикер, мы опоздали. А? Энергон стальной планеты украден. Что? Что там, Кикер? Десептиконы нас опередили. Не надо, Скорпинок, прошу. Ты уничтожишь стальную планету, если заберешь весь Энергон. От нее ничего не останется. Молчать! Я принимаю только приказы Мегатрона. Предатель! Скорпинок стал нашим врагом! Все кончено! Энергона нет! Стальной планеты тоже! Проклятые десептиконы! Они уничтожили еще одну нашу планету! Оптимус, стальная планета разрушается! Что? Весь Энергон был украден, и планета сейчас взорвется! Нет! Ясно. Тогда любой ценой защищаем планету джунглей. Понятно? Да, сэр! Удачи, Мегатрон! Весь Энергон стальной планеты твой! Хорошо, но надо продолжить. Надо ограбить еще много планет, Скорпинок. Летим на ту, где находится Оптимус. Есть, сэр! Мне подготовить флот Терарконов, Мегатрон? Нет, пока нет. Подождем, пока автоботы не добудут весь Энергон, а потом мы атакуем. Вот это разговор! Пусть они работают, а мы получим приз! Да-да, поэтому Мегатрон наш босс! Точно, не забывай это. Скандалист, я хочу, чтобы ты следил за автоботами. Есть, сэр! Если будем ставить энергонную башню здесь, копать придется глубоко. Это точно! Эй, вы двое, посторонитесь! Лучше пошевелитесь! Не в том месте, не в то время! Трансформация! Трансформация! Ну же, что так долго? Навалитесь! Место скоро будет готово. Сигнальщик, это правда, что ты добываешь энергон из каких-то лучей? Точно, смотри! Видишь, вот он. Подходит, да? Да, но я уверен, что нам будет нужно гораздо больше, чтобы поддержать энергонную башню. Не волнуйся. Здесь все заряжено энергоном. Хватит, чтобы поставить две башни, если захотим. Как дела, Инферно? Как себя чувствуешь? Неплохо. Мне уже получше, Кикер. Главное, не перенапрягись. Да, хорошо. А что броневик делает? Эй! Ой, это больно! Зачем ты это сделал? Ты отвлекся! Пойдем, нам пора! О, куда? Надо поискать, нет ли тут еще запасов энергона. Идем! Если что-нибудь найдете, срочно сообщайте! Есть, сэр! Рассчитывайте на нас! Трансформация!
мальчик, отправляйтесь на Кибертрон и заберите энергонную башню. У вас мало времени, шевелитесь! Есть, сэр! Осторожно, атака! Это флот Энергона! Убирайтесь оттуда, я остановлю их! Уходим! Ладно! Получайте! Твердоловый, уходи! Персонкес, я был в битву столько раз, что тебе не снилось, и мне не нужно, чтобы молокосос... О, нет! Ему повезло, а теперь ты заплатишь за это... Да, неплохо! Смотри, враг их преследует. Не волнуйся, они знают, что делать. Они могут позаботиться о себе. Тем временем нам надо покончить с этими летунами. Скорее, скалолаз! У нас терраконы на хвосте! Если мы не оторвемся лихач, они долетят до Кибертрона и узнают, где строятся нейронные башни. Тогда нам придется их всех уничтожить! Давай! Их слишком много! Пора соединяться! Давай! Скалолаз! Лихач! Соединение! Соединение! Осталось только трое. Готово! Разъединяемся! Трансформация! Трансформация! Скорее, поторопимся к воротам на Кибертрон! Вот они! Подходили! Что? Как вы могли упустить этих автоботов? Простите, сэр, но перевес в силе был на их стороне. Простите, я думаю, ты сильно изменился. О чем ты говоришь? Ты никогда не думал о других, а сейчас ты другой. Я знаю, что ты волнуешься за Инферно. Ну, он же мой друг. Я хотел убедиться, что все в порядке. Об этом я и говорил. Когда мы познакомились, ты думал лишь о себе. Теперь ты вырос. Ты переживал и за Альфа-Кью тоже. Альфа-Кью так старался насытить эту планету, так что я могу хотя бы присмотреть за ней. Ну, когда энергонную башню доставят с Кибертрона, мы вздохнем спокойно. Да, я думаю, ты прав. Нет лучше места, чем дома. Трансформация! Икач! Скалолаз! Приступим к работе! Я с тобой, приятель! Ред, ты уверен в этом? Оптимус и все остальные в безопасности. Рад слышать. Это и правда отличные новости. Ты слышала, мама? С ними все в порядке. Да, как хорошо, Селли. Да, нам больше не надо за них беспокоиться. Что? Вы будете строить энергонную сеть? Точно! Мы должны защитить планету, так что сеть нужна срочно. Башни оказались полезными. Так что, если нужно, то, пожалуйста, приступайте. Спасибо. Я знаю, Оптимус очень ценит труд, который вы вложили в эти башни. Хорошо. Это очень приятно. Хорошо, что он не думает, что я просто чокнутый ученый. Я мог бы подумать. Ты что-то произнес? А? Нет. Что-то не так. Стой, броневик! Что, Кикер? Помолчи минуту. Там что-то есть. Ты чувствуешь энергон? Нет, это враги. Что, враги? Скорей, надо возвращаться. Давай, назад, назад! Ладно, ладно, давай, спокойно. Планету будут атаковать. Нам надо предупредить остальных. Эти терраконы не знают, когда надо сдаться. Как будем разбираться, Родимус? Надо держать их как можно дальше от ворот. Я займусь, Родимус. А! Вы не сбежите от нас! Мы разнесем вас на куски! О, нет! Смотри, Родимус! Еще один флот впереди нас!
ловушка. Теперь попались. Планеты окружены. Нам нужно подкрепление. Я займусь ими. Трансформация. Держитесь, пока не вернусь. Вы четверо будете защищать базу. Есть, сэр. Савликрыл, мы с тобой будем соединяться. Есть, сэр. Оптимус Прайм. Савликрыл. Соединение завершено. Ладно, все по местам. Броневик, чем сейчас занят наш враг? Они завязли в битве с Родимусом. Я уверен, совсем скоро они направятся сюда, так что надо готовиться. Кикер, как же вы защитите планету без энергонной башни? Ха, мы что-нибудь придумаем. Уничтожить корабль! Взорвало вперед! Разрушь его! С удовольствием! Прочь с дороги! Вот это будет взрыв, да! Уходим! Черт! Они взорвали корабль! Пора преподать им урок, который они не забудут! Бомбардировка! Взять их! Огонь! Бросайте оружие! Эту битву вам не выиграть! Вы слышали? Вставайтесь! Осторожно! Все в порядке? Да, мы целы. Вперед! Проучи их, Скорпенок, и принеси мне их энергон! Есть, сэр! Этот энергон наш, не твой, Мегатрон! Мы посмотрим! Мегатрон, гиперрежим! Оптимус, это последний раз, когда ты говоришь мне, что делать! Раз Оптимус занят, я буду защищать Энергон! Трансформация! О нет, пираконы сейчас уже будут здесь! Вот они! Огонь! Стреляй! Вот так! Покажите им! Терраконы в атаку! Продолжать огонь! Инферно, оставайся с кораблем! Все остальные, начнем вечеринку! Удачи, автоботы! Вперед! Верголобы! Дикий режим! Трансформация! Верголобы! Дикий режим! Ай-яй-яй-яй! Спасибо, верголобы! Где Оптимус? Он сейчас очень занят. Десептиконы развязали драку, так что мы должны защитить Энергон. Так сделаем это! Отходи! Получай! Это мой шанс. Скорпион пытается атаковать корабль. Возьмем его. Двое против одного. Это мне нравится. Броневик, лови! Попался. Сброс соединяется. Трансформация. Звучит здорово. Сброс. Истребитель. Соединение. Соединение. Сброс. Ты не получишь энергон, Мегатрон. Сейчас энергон уже мой.
Уходи отсюда, броневик! Спасибо, приятель! Я могу долго это делать! Отстреливайтесь! Не сдавайтесь! Чёртовы автоботы! Что? Они не выстоят против меня. Отзывай солдат Мегатрон. Я так не думаю. Держись, заряд. Родимус. Для тебя все кончено, Прайм. Почти попал. Что это такое? Оптимус, ты меня слышишь? Она у нас! Мы возвращаемся! Это ты, Лихач? Я везу вам подарок прямо с Кибертрона! Хорошо. Всем прекратить бой, сопровождать башню на планету джунглей и держать Мегатрона подальше! Идиот! Они же не сдаются, Оптимус. Должно быть, что-то задумал. Оптимус, если вы придержите 10 секундов, я аккуратно опущу башню. Ладно, Лихач, мы расчистим путь. О, нет. Они нашли Энергон. Всем срочно вернуться на корабль. Что такое, Мика? Лихач вернулся с Кибертрона. Всем нужно отойти с места приземления башни. Понял. Летит энергонная башня. Всем вернуться на корабль. Фугас, сыщик, броневик. Если не хотите расплющиться, поторопитесь. Ладно, трусы, куда вам идти против меня? Боже, надеюсь, они успеют вовремя. Смотрите, чтобы не появились десептиконы. Мы не можем потерять эту башню. Затих! Вперед! Они летят сюда! Слушаю. Они в нас стреляют! Если вы не уничтожите башню, будет гораздо страшнее! А? Что-то не так? О, нет! Уходите отсюда! Назад! Назад! Ура! У них получилось! А вот и башня! А, вовремя! Держитесь! Почти все! Меня вам не поймать! Оптимус Прайм, уходим! Благодаря тебе и автоботам они забрали совсем немного Энергона. Планета в безопасности, мы будем развивать ее. Теперь у нас есть башня. Да, есть. И надо сказать спасибо моему предку. Ты про своего отца, доктора Джонса? Да, он
очень помог нам. Я знаю, что это другая планета, но кажется, что мы на Земле, да? Да. Надеюсь, энергонная башня выдержит. Без нее у нас будут большие проблемы. Ничего, Мика. Мы в безопасности. Автоботы присмотрят за нами, так что считай это своим домом вдали от дома. Спасибо, Кикер. Мне уже легче. Продюсер Юджин Ишикава, автор сценария Акира Акея, режиссеры Дзюн Кавагоэ и Ютака Сато. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией «Сирена Интернешнл» по заказу СТС.